Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Носители этого имени с буквой «В», возможно, ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Буква «Т» дает человеку настырность. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Это прирожденные лидеры, жизненная задача которых – вести других к лучшему будущему. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Согласно нумерологии, люди с этим именем являются ярко выраженными исследователями всего окружающего. Обычно они неплохо преуспевают, либо их преследуют неудачи, причем изменить и то, и другое является весьма непростым делом. Владелец этого имени должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим многочисленным достоинством, таким как умение руководить большими коллективами, ясный ум, деловое чутье. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.